В лесу приветствуем всех местных вот таких экологических тропинках. Конечно же, много клещей, змей. Здесь написаны указатели, что здесь ходят кабаны, лоси. Недавно здесь еще сбежала рысь, так что всем особо не рекомендуем здесь проводить время вот в одиночестве, особенно вечером. Из этого заповедника запрещено выносить даже бревна для разжигания костров. Потому что все, что находится в этом заповеднике, все здесь должно и остаться. Вот здесь уже начинает сгущаться. Вот бревна. Да, вот такой бы нам на костер бревнышко. Вот здесь перегородили, чтобы люди не шли дальше. Ближе к логову рыси. И мы добрались до нашей второй метки. Это у нас березняк. Где-то вдалеке можно слышать, как ходит какой-то лесной зверь.